На месяц кризиса. В 2014 году у здания на Лужанке сменился собственник. Систему ГАЗ купил банк ВТБ и переименовал в ГАЗ Девелопмент. А вот весь детский мир и права на бренд остались в структуре АФК Система. Александра Суворова, Алексей Кудрявцев, Вячеслав Суворов, Вести. 211 миллионов долларов штраф на такую сумму швейцарский банк BSI выплатил в пользу Минюста США. Компания призналась налоговым нарушением в отношении клиентов из-за океана. Это первый случай, когда банк Швейцарии идет на сделку с американскими властями.